Всем привет, друзья! Меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Наушники с голосовым управлением, с которыми, ну не то, что можно поговорить, но они слушаются. Я расскажу, как это сделать. Наушники с диким аккумулятором, я более 10 часов, ну или 9 точно, очень долго я их слушал, и я их так и не разрядил. По паспорту они играют аж до 18 часов музыку, что реально очень круто. Наушники, разумеется, беспроводные, наушники вполне достойные. По качеству звука я скажу сразу, никаких нареканий даже у меня нет. Почему даже? Просто я люблю звук и действительно люблю, слушаю с дорогими разными наушниками, слышу разницу в звучаниях телефонов и плееров. И, конечно, от закрытых беспроводных наушников чудес мы каких-то не ждем. Мы все это понимаем. К тому же относительно недорогих. Относительно. Но бас есть. Средние частоты есть, высокие есть, пусть и несколько, как будто бы они чуть-чуть металлизированы, если вы поймете, о чем я говорю, но слушать комфортно, вполне. Наушники не хочется снимать, я действительно с ними долго ходил, они у меня уже более недели. Я с ними ездил достаточно дальнюю поездку, ездил в город Вязники, в автобусе сначала там 4,5 часа, обратно вообще 7 часов. И вот пока я ехал 7 часов, без перерыва практически слушал, и... дальше, и поэтому, говорю, более 9 часов точно проиграли, запас аккумулятора очень большой. Что касается самих наушников, сначала расскажу о конструкции. Тут все просто, это, конечно, не кожа, а эко-кожа, но приятная. Уши не потеют, голова от них не устает, и самое главное, нетипично для азиатских производителей, наушники большие. У меня иногда проблемы, то, что некоторые наушники на меня просто не налезают. Здесь же без проблем. И самое главное, если вы часто ездите в метро, живете рядом с аэропортом или стройкой, и вы хотите звукоизоляции, здесь пассивная шумоизоляция. Это что значит? Здесь не активная шумоизоляция, а именно пассивная, то есть нет каких-то датчиков, а просто одеваете наушники, и очень сильно снижается окружающий шум. Тут, я думаю, добавить больше нечего, если наушники снять еще, кстати, да. Одна вещь, которая мне не нравится и не нравится. Смотрите. Слушаем музыку, здесь работает датчик, когда мы наушники поднимаем и опускаем, ставится на паузу. Работает не всегда корректно, как отключить я не нашел. Иногда, вот например, снял наушники, у меня два телефона, по одному без проблем, кстати, разговариваешь, как гарнитура, можно два раза тапнуть на него или ответить голосовым, или до телефона дотянуться. Но звонит другой телефон, допустим, можно и двое подключить к нему, но, допустим, вешаешь, все, воспроизведение остановилось. Разговариваешь, поворачиваешься как-то, и воспроизведение включается, и тут же выключается. Есть такая проблема, я от вас это не утаиваю. Но, короче, если вы их сняли, то сидите по возможности неподвижно, потому что косяк производителя в этом есть, присутствует. Но это, наверное, единственный серьезный недостаток этих наушников. В остальном, про качество звука я уже озвучил, что звучит довольно-таки прилично. Еще очень важно, что вы не только окружающие шумы снижаете, но и вас... не ненавидят сидящие рядом в самолете или в автобусе или где-то еще. Потому что, знаете, открытые наушники, вы становитесь объектом ненависти лютой людей, которые сидят в тишине, и ты сидишь рядом такой, у тебя наушники, звук наружу долбит. Это не из-за того, что у тебя крутые наушники, а у тебя открытого типа наушники, просто-напросто. Бывают даже вставные такие. Вот здесь соседям вы практически не мешаете, звук практически из них не идет. Теперь, что... да, и материал корпуса, это под эко-кожу, как я и говорил, это... металл, молодцы, не сэкономили. Ну и чувствуется, холодный. Это все алюминий, ребята. И чашки также металлические. Еще косячок какой. В комплекте у нас идет только зарядный кабель. Идет бокс. Хороший, кстати, реально прикольный бокс. Идет инструкция. Инструкция на русском языке. И идет вот такой вот чехольчик. А в нем, к сожалению, только кабель USB Type-C. Наушники заряжаются через Type-C. Это, наверное, хорошо. Это новый стандарт. Но, блин, нет... разъема Type-C 3,5 мм. Да, до 18 часов они звук проигрывают, это очень много. В режиме разговора даже больше, более 20 часов. Но, к сожалению, если вы хотите послушать по проводам, вам нужно докупить такой кабель. Что касается голосового управления, я это все зачитаю, чтобы ничего не спутать. Английский у меня, конечно, плохой. Я пробовал, это работает. Когда играет музыка, вы говорите «Hello, Bluedo» для активации голосового сообщения. Музыка почти приглушается, и вы можете сделать... Volume down, я не говорю по-английски, поэтому не пугайтесь моего акцента. Ну, то есть громкость вверх, громкость вниз, поставить на паузу, выключить питание, ответить на звонок. Все это нужно говорить, разумеется, по-английски. Это работает, без проблем. И это здорово, но со стороны, конечно, дико. Идет человек себе такой с наушниками, и тут Hello, Bluedo. Hello, Bluedo.
play, как, ну, короче, вы поняли, мне тяжело говорить по-английски, это не мой родной язык. Суть. Наушники, если вы хотите себе такие наушники купить, знайте, что косячок, который я озвучил, он действительно есть, когда вы снимаете наушники, звук приглушается, но если вы иногда немножко повернете, он включится и выключится. Но справедливости ради, иногда я об этом не вспоминал целых 2-3 дня, иногда за день раза 2-3 было подряд самовключение наушников. Знайте, что они удобные на голове, действительно удобно, ничего плохого не скажу, хорошо отсекают внешние шумы, хорошо изолируют соседей ваших от шума вашей, от вашей музыки. И как таковых ничего плохого про них вообще не скажу. Есть светодиод и кнопка единственное включение и выключение. И если кто еще не понял, я об этом не рассказал. На самих наушниках сенсорного управления нет и кнопок больше нет. Управление все со смартфона, либо голосовое, либо ответить только тапнуть по правому наушнику на звонок. В принципе, все. Наушники мне понравились. Как-то, несмотря на недостатки, достоинств мне лично в них кажется больше, чем недостатков, но решать в любом случае вам. Цены на эти наушники смотрите на AliExpress, именно оттуда они ко мне приехали. Если нравится обзор, ставьте лайк. Если не нравится, ставьте дизлайк. В любом случае, подписывайтесь на канал, всегда много интересного. Ну и как всегда желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков, с уважением ко всем, Давид. Счастливо!